Мусорный коллапс в пригороде Махачкалы в поселке Турали обнаружена несанкционированная свалка. Территория завалена бытовым и строительным мусором. Уже установлены и владельцы земельных участков, на которых и образовалась свалка. Минприроды планирует направить материалы по данному факту в правоохранительные органы и в природоохранную прокуратуру. Загрязнение идет более 10 гектаров земель. По данному факту в рамках своих полномочий мы заактируем, в рамках полномочий Минстроя направим к ним материалы для дальнейшего уже принятия мер в отношении собственника земельного участка.